Истосковавшись по брызгам воды, благородные лебеди, словно воробьи, купаются в солнечных лучах и водоеме. Сегодня в Самарском зоопарке выпустили на волю птичий дворик. Крякву, мандаринку и мускусную утку, которые составили компанию пяти лебедям. Белые еще совсем юные, держатся втроем, так надежнее. А вот черным и вдвоем хорошо. Пресловутую лебединую верность они хранят друг другу вынужденно, выбора другого нет. По утверждению орнитологов, лебеди способны как на моногамию, так и на полигамию, и даже на любовь к неодушевленным предметам. Есть вон некоторые вообще, которые лодки любят. Вот в Англии был такой случай недавно, лодка в форме лебедя, ну или там что-то вроде катамарана. Ну, самец к ней пристал, все, народ отгонял. На свежем воздухе птицы проведут остаток весны, все лето и часть осени. Как только вода в озере начнет подмерзать, их отправят обратно в ангар. Лебединое озеро – это не балет, а место обитания прекрасных птиц. Всю зиму пернатые провели в закрытом помещении, где им не был страшен мороз. И вот теперь лебеди могут наслаждаться свободой, а мы – удивительными созданиями во всей красе. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.